две буквы В, две семерки и две восьмерки. В серийном номере у банкноты 500 тенге, который лежит на байковой поверхности 29 апреля. Семерка – число успеха. Но энергетика успеха не получает усиления у этой банкноты, потому что семерки сильно разобщились. Восьмерка – это число силы. Но опять-таки энергетика силы не получает усиления у этой банкноты, потому что восьмерки также сильно разобщились. Но есть такая особенность у этой банкноты, да? Кроме того, что все вот так сдвоено, тут повтор цифры 87. 87 в самом начале и в конце. 87, ну там девятка еще затесалась, но тем не менее. Поэтому банкнота достаточно интересная.